Если ты не поставишь лайк, я приду за тобой. Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо, и сегодня мы продолжаем играть в Брикрик, и я продолжаю взрывать, ломать всякие различные построечки из мастерской. Сегодня, друзья, у нас есть вот такая вот огромная кукла, или я даже не знаю, сказать. Такой, короче, огромный лего-человечек, кстати, он голенький, но письки у него нету. Ну, в принципе, ладно, я думаю, что это не проблема. В общем, есть вот такой вот огромный модель человека, и как бы здесь не только вот снаружи, да, вот у него кожа, но у него внутри, смотрите, если мы сейчас так чуть-чуть посмотрим, у него внутри... Подождите, мы так не увидим. В общем, вот, да, вот, видите, у него тут и сердце всякое, там, печень, херечень, в общем, у него внутри все есть, так сказать, анатомическая модель человека, но немножко, конечно, он выглядит не как человек, он выглядит как какой-то, не знаю, страшный уродец. Причем у него монобровь, он, походу, с Кавказа, но это, в принципе, не важно. Посмотрите на его ротик. Кстати, мы можем залезть ему прямо в рот. А это язык или что это? А, это, наверное... Какая-то штучка. В общем, ребят, вот такой вот есть человечек у нас, которому я залез в рот, ребята. И это не самое главное. Еще у нас есть вот такая вот зениточка, вот такой вот зенитно-ракетный комплекс. Как-то он там называется, подождите, HQ-12. Это то ли китайская, то ли какая-то там. Ну, по-моему, это китайская, а может корейская машина. В общем, и с помощью нее, ребят, мы сейчас будем уничтожать вот этого вот человечка. Я думаю, что это должно получиться достаточно эпично. Так, вернули ракеты. А в принципе, здесь все просто. Давайте первый раз мы стрельнем от третьего лица. Я, конечно, вряд ли попаду. То есть мы вот такие... Такие типа нацеливаемся как-то вот так вот. Стреляем раз, стреляем два, и полетели смотреть. Почему-то... Опа, 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 прям между ног поп... Ой, вы посмотрите, вот честно говоря, я бы не хотел, чтобы мне вот такая вот прилетела. Посмотрите, у него просто теперь нет паха. Ну, как бы у него изначально не было пиписьки. То есть если бы у него еще была и пиписька, то мне кажется, что ему было бы просто в 500 миллионов раз больнее. Но тем не менее, мы ему пах вырвали, так сказать, с потрохами. И он упал еще на спину, у него все плохо. Пойдемте, кстати, посмотрим, давайте посмотрим. Одна ракета у нас улетела куда-то хрен пойми куда, но вторую я попал чисто четко в него. Так, можно как-то в него войти? Ну, в смысле, ну вы поняли, короче. Ладно, давайте по нему попроходимся. Так, что у нас здесь? Нога раздроблена, смотрите, вот эта кость просто минус. Это что такое? А, ну это скрепление не будем смотреть. Так, в принципе, левая нога нормально более-менее, но правая нога, посмотрите, здесь минус кость, потом здесь... Просто минус пах. Я не знаю, как там внутри посмотреть, что с ним. Вообще, кстати, можно как-то попробовать его поставить на ноги, на кнопку вот эту. Ой, посмотрите, у него сзади тупо содрана вся кожа, череп проломлен, мозг, чуть-чуть мозг вытек. В общем, я не знаю, ему очень не повезло, но как минимум ребра у него целы. Кстати, он сейчас упадет еще раз, и это будет вдвойне неприятнее. Извини, мужик. Ой. Не, ну это, конечно, шок-контент. Тупо минус мужик. Ладно, ребят, давайте попробуем поставить его еще раз, пострелять в него еще раз. По-моему, это получается достаточно эпично. Я хочу, ребят, попробовать именно прям двумя обеими штуками в него попасть. Причем я хочу хотя бы разок снести ему башку. Мне кажется, ой, какой же он страшный. Мне кажется, это должно получиться достаточно эпично. Давайте в этот раз попробуем с прицеливанием. Я немножко когда потренировался, я понял, что надо брать чуть выше, чем вот эти вот, чем центральная отметочка. То есть делаем как-то вот так вот. Блин, вот какой-то, я не знаю, вот видите, забагованно. Иногда стреляет хорошо, а иногда она почему-то как-то вот взрывается в воздухе. Вот, сейчас полетел вроде неплохо, так. Опа, опа, опа! Прямо в живот, ой! И как-то еще руки у него отвалились. Посмотрите, мы ему просто тупо в пузизяу попали. И там аж кишки видно, он загорелся. Блин, бедный мужик, а? Ой, блин, что ж, аж все залагало. Бедный мужичок, тупо бедный мужик. Ребят, не, ну вы прикиньте, такой ты стоишь себе голенький. Радуешься летнему солнышку, ходишь по травушке, муравушке, и тут у тебя летит какая-то, блин, нахрен ракета прямо тебе в пузо, и ты такой: о-о-о! У тебя отлетают руки, ты падаешь на спину, горишь, но все равно остаешься таким же веселым и жизнерадостным лысым ублюдком. Давайте, ладно, давайте мы его еще раз поставим. Я все-таки хочу снести ему башку. А жопа у него есть? Ну, не жопа, вообще, не жопа, не пипки, вообще, неинтересно так. Давайте попробуем сейчас стрельнуть не левой ракетой, попробуем стрельнуть правой ракетой, или наоборот, подождите, короче, в общем, так вот, стрельба, правая ракетка полетела, ну куда ты, елки-палки, окей, у нас есть вторая ракета, вот так вот, вот она вроде, вот, смотрите, ну что это такое, вот иногда они нормально летят, а иногда они что-то взрываются как-то в воздухе, блин, не долетая вообще никуда и никогда, это очень странно. Во, сейчас хорошо полетела. Опа, идеально, идеально. Давай в голову. Нет, она... О, просто тупо минус нога. Вот это он улетел, блин. Смотрите, у него, кстати, руки даже шевелятся. Кстати, круто, я только сейчас заметил. Вот это он улетел.
Смотрите, у него одна нога вошла в другую, он еще ударился как-то башкой об угол дома. И сейчас что, если он провалится в этот каньон, в эту дырку, то это будет просто, я не знаю... Ой! Ребята, посмотрите, что стало с его головой. Это просто шок. И он падает просто вниз. Мы, так сказать, смыли его в унитаз, чтобы не было никаких улик. Все, минус чувак, мы вообще тут ни при чем. Ладно, давайте мы все-таки его поставим на место. Не, ну как у него все-таки отлетела башка, это, конечно, реально шок. Реально шок. Так, давайте все, ставим его опять на место. О, может быть... О, давайте поставим его как-нибудь... Хотя мы, наверное, не сможем в него попасть нормально. Но давайте попробуем. То есть ставим мужика сюда. Ставим наш автомобиль, так сказать, прямо вот куда-то сюда. Начинаем прицеливаться. Смотрите, он там шатается, а? Набухался, блин, смотрите, самоубийца. Набухался и хочет спрыгнуть с крыши. Окей, стрельба. Он падает, кстати. Вот это было реально жестко. Вы видели, он начал падать, и наша ракета чисто его поймала в воздухе. Он упал чисто с животом, пузом на нашу ракету. Блин, бедный мужик. Я не знаю, прикиньте, сколько мы над ним сегодня издеваемся. Кстати, башка у него пока что еще цела, но упал он неприятно. У него просто нет рук, нет живота, нет вообще ничего. Так, ладно, давайте поставим его на место. Я не знаю, почему он там начал шевелиться. Видимо, я его плохо как-то поставил. Вот, мужик, смотри, вот мы тебя ставим вот так вот. Все, ты стоишь. Ясно? Просто стоишь. Так, ребята, целимся. Он, походу, опять падает или нет? Вот оно. Да нет, блин, я хочу ему... Ну, реально оттуда что-то падает. Но я хочу ему попасть все-таки в голову. Ладно, мужик, давайте посмотрим, как он... Сейчас прям башкой, смотрите. Вот когда вот так головой падаешь, это, конечно, минус жизнь сразу же, по-моему. Смотрите, у него тупо вытекли мозги. Гадость какая. Так, ладно, ставим его. Давайте поставим его нормально. На землю. На земле он как-то чувствует себя, походу, поуютней. Блин, ну давайте хотя бы тогда вот с такой близости попадем в него. Я думаю, так-то мы в голову попадем. Но это была не голова, по-моему, это была шея. Но, тем не менее, башка у него, как вы видите, катапультировалась. Минус пол черепа. У него осталась только верхняя часть черепа. Нижняя, походу, куда-то умерла. Ты куда полетел-то, дружище? Блин, вот так вот, когда смотришь издали, это просто какой-то брусок, как будто бы это не человек, а просто какая-то деревяшка. Ну хотя, блин, а люди тоже бывают деревянные. Это может относиться как и к каким-то спортсменам, так и к обычным людям. Ну, я думаю, не нужно вам объяснять, что я имею в виду. Так, ладно, берем, давайте еще раз. Я все-таки хочу ему башку эту нахрен снести, надо тогда вот как-то вот так вот стрельнуть. Ну давай, Турбо, ты ж хорош. Вот, наконец-то, друзья. Ну хотя нет, походу, я ему опять в шею попал. Блин, вот ублюдок. У него просто опять улетела голова, которую мы хрен с вами догоним, походу. Ладно, давайте мы не будем даже смотреть, как она тут летает. Давайте мы поставим его еще раз. То есть надо прям еще выше стрельнуть. То есть надо... Блин, окей, ребята, я сейчас все сделаю, ребята. Вы главное верьте в меня, поставьте там Лукас, Херукас, что там еще можете поставить. И тогда я буду счастлив. Давайте прям две сразу стрельнем. Да что ж такое-то, они почему-то, как будто у него на шее, знаете, какой-то магнит для ракет, блин, и они его притягивают. Почему в шею-то? Я вот, кстати, ребят, вот я до записи, я ему так башку смачно снес, что, блин, не знаю, я прям пожалел, что я это не записывал. Ладно, окей, давай тогда вот так вот. Вот так вот. Угу, понятно, она просто улетела куда-то. Окей, давайте вот так вот. Ну, это должно быть. Да что... Окей, еще раз. Вот так вот. Да почему? Вы видели? Я не знаю, это, видимо, от физики Брикрикса как-то зависит. Она как бы вроде летит нормально, а потом куда-то... Ого. Это его, походу, обломками задело. Блин, выглядит устрашающе. Выглядит устрашающе. Ладно, давайте мы его починим. Окей, еще раз, друзья, еще раз попробуем. Так. Опачки. Его задело опять какими-то обломками. Так, вот это, походу... Нет, это куда-то... Смотрите, ой, в грудак. В грудачок, неприятно, так ладно, чиним. Друзья, я пока это не сделаю, я не знаю, я никуда не уйду. Может вообще поближе попробуем, чисто вот откуда-то, может быть, отсюда. Отсюда! О, вон такой темненький, подзагорел, смотрите, подзагорел. Окей, давайте так. Вот, вот, вот оно, вот, ребята, что я добивался. Мы попали ему чисто в бошку. А куда она улетела, вопрос. Она просто испарилась. Мы как будто бы, знаете, вот как во всяких фантастических фильмах, когда люди с какой-то такого лазера или с какой-то такой пушки стреляют, и просто человек испаряется или часть тела его испаряется. Вот тут получилось так же. Она как-то в миллисекунду просто была. Оп, ее нет. Это очень странно. Так, ребят, ладно, давайте мы, знаете, что напоследок сделаем? Я хочу поставить его на самый высокий небоскреб. Так, давай, мужик. Где он? А, ну ладно, самый высокий небоскреб упал. Окей, на второй по высоте
А небоскреб, кстати, я что-то не заметил, когда упал тот небоскреб. Ну да ладно, так, чинимся. Мужик. На тебе две ракетки. Я надеюсь, что они до тебя долетят. Ой. Не, надо поближе все-таки встать, потому что так слишком далеко. Давайте сами встанем вот на вот этот вот домик. Так, починимся. Куда мы смотрим? А, нет! Мужик, стой! Блин, а? Вот достал. Чего ему не стоится, блин, сверху-то тут? Я не понимаю. Тут не так уж и страшно. Полетели ракетки. На-на! Вот это просто уничтожение хейтеров в прямом эфире без смс и регистрации. Так, давайте посмотрим, как он упадет. Ой, блин, вот он сейчас еще так высоко. Ой, вот это реально неприятно. Смотрите, все, минус башка. Ну, прикиньте, реально, с такой высоты падаешь башкой вниз. Там понятно, что будет просто тупо минус башка. Просто будет лепешка и все в этом роде. Это реально очень жестко. Так, у него отлетела как-то нога. Что-то у него с ногой проблемы какие-то. Блин, ладно, ребят, давайте на этой... Подождите. Я хочу посмотреть на его лицо. Блин, он прекрасен. Давайте на этой прекрасной ноте будем заканчивать эту серию. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте свои большущие пальчики вверх. Пишите какие-то свои комментарии. Это новая серия по Брик Рикс не заставит себя долго ждать.